Всех приветствую в нашем автосалоне ZIP Auto. Сегодня у нас на обзоре такой вот красивенький Skoda Rapid 2016 года выпуска. Комплектация Hockey Edition. Всего лишь с одним владельцем, относительно с небольшим пробегом. В отличном состоянии. Сейчас я вам покажу салон. Салон автомобиля в таких вот шикарных белых кожаных чехлах. Чисто ухоженный. Установлены EVO коврики. Карта дверей, можно сказать, как новые. Состояние просто отличное. Имеются задние стеклоподъемники, также накладки на порогах. В передней части у нас также все отлично. Сиденья, чехлы, все чисто, аккуратно. Пластик просто в отличном состоянии. Состояние просто нового автомобиля. Ни одной потертости нигде нет. Руль просто в идеальном состоянии. Комплектация у нас Hockey Edition. Коробка у нас автомат, двигатель 1.6. Обогревы передних сидений, кондиционер, центральный замок, обогрев заднего стекла, AUX USB разъем, штатная мультимедиа. Также есть партроники задние. Два комплекта ключей. Кожаный мультироль. Имеются противотуманные фары. Четыре стеклоподъемника. Блокировка стекол, электрозеркала с обогревом. Пробег у автомобиля 175 тысяч километров. Для него это просто ничего. Работает идеально ровно двигатель. Никаких ошибок у нас нет. Если вас заинтересовал этот замечательный, надежный городской автомобиль, приезжайте к нам в автосалон ZIP Auto. Он находится на Песочной, 48. Записывайтесь на тест-драйв. Всю информацию по данному автомобилю вы можете посмотреть в объявлении. Его можно приобрести по системе трейд-ин, в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.